По зебре на зеленый сигнал светофора и в парк. Ежедневный ритуал Дарьи Глушковой и ее 4-летней дочери. Девушка признается, правила дорожного движения соблюдает всегда, независимо от времени года. Мы стараемся, потому что с маленьким ребеночком, конечно, внимательно. Переходим только на зеленый, только на регулируемых. С приходом осени не только понижается температура воздуха, но и световой день становится короче. А значит, водителям все сложнее замечать пешеходов на дороге. Поэтому сотрудники госавтоинспекции на одном из самых оживленных переходов города провели акцию «Засветись», чтобы напомнить и детям, и взрослым о необходимости соблюдать правила дорожного движения и носить на одежде световозвращающие элементы. Данная акция проводится в соответствии с аварийностью дорожно-транспортных происшествий, а также около образовательных учреждений, так как там наибольшее количество детей. Такие акции госавтоинспекция проводит регулярно. Профилактическую работу ведут не только с пешеходами, но и с водителями. Ведь ПДД должны соблюдать все участники дорожного движения. Карина Еряшева, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова».